раз, Аркан, я столько боксов открыл. Стой! Пожалуйста, блин! Стой! Просто дай некромантию. Да все, давай. Фейбл прям красава, прям я вообще удивлен. Фейбл меня сегодня просто поразил. И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush, ребята. Как вы знаете, 0.17.0 вышло в нашем замечательной игре, в нашей замечательной игре Stand of 2. И сегодня, ребята, у нас есть вот 4 боксика. Rival Box, Fable Box, Scorpion Box и Empire Box, собственно. И сегодня мы, ребята, с вами проверим, какой же бокс лучший, окупаемый в обновлении 0.17.0 Stand of 2. Мы уже, блин, традиционно проводим эти проверки, потому что с каждой обновой что-то меняется, какие-то файлы меняются, и, возможно, где-то дроп становится лучше. Ребята, все, всем приятного аппетита, приятного просмотра, надеюсь на твой лайк, на твою подписочку на канал, обязательно с колокольчиком, потому что этим роликом я хочу тебе помочь, братанчик, чтобы ты, зарабатывая серебро в игре, просто открывал нужный бокс, который будет давать тебе нормальный скин, и до которого шанс поймать нормальный скин будет больше. Вдруг мы вообще сегодня аркан выбьем, ничего не знаем, вот смотрите до конца обязательно. Все, мы погнали к ролику! Итак, ребят, у меня 4 косаря серебра, Rival боксик 10 штучек, бам. Приобрели, собственно, Fable боксик 10 штучек, бам. Приобрели, собственно, Scorpion 10 штучек, бам. Приобрели, Empire 10 штучек, приобрели. Ой, Настя, хватит рыгать, пожалуйста. Настя, жук, что ли, пролетел, не знаю. В 40 боксиков я в надежде на то, что выпадет арканочка. Обязательно смотрите ролик до конца, потому что в конце я вам расскажу, ребята, сколько же голды, в общем-то, мы с этого получили. Я лично потратил 400 голды, но как бы это не считало, потому что это серебро можно накопить просто в играх. А смотрите, короче, я посчитаю, сколько каждый бокс дал, и тем образом мы выясним, какой же боксик-то лучше, елки-палки. Конечно, это все дело случая, но, ребята, по статистике, правда, некоторые боксы у нас уже занимали в проверках в таких первое место вообще не один раз. Ладно, поехали. Первый Empire боксик, новенький боксик. Скины здесь офигенные, красивые, но нас интересует заработок. EVM Elevation. Кстати, неплохой скинчик, честно. Честно говоря, вообще скинчик очень неплохой. Мне он реально очень нравится, но я в надежде хотя бы, ну, хотя бы на эпик, но вообще в лучшем случае на арканочку. Если какой-то бокс просто даст аркану, подпозмет, плюнет, харкнет ее. Все, пацаны, это просто изичная победа. Можно даже вообще даже не думать, но пока что нам выпадает Руар, и это пока что грустненько, грустновато для нас, но мы, ребята, не теряемся. Рарку давай! Между двух рарок ты... Как не докатился? Если бы рарка сейчас Empire выпала, то это был бы вообще очень хороший шанс ему на победу, потому что рарки с боксом, даже рарки выпадают маловато. Кстати, была аркана. Блин, я видел, аркана была, ребята. Ой-ой-ой, ну пока неплохо, в принципе, идем, хотя бы не комонки, одна комонка из 4 кейсов, остальные комонки, по-моему, результат уже неплохой, но нам давай хотя бы эпик, гранж, да блин, Энджер, столько всего, и опять, походу, я накаркал, ребята, первые 5 боксов ушли, давай, братанчик, давай, нужно поднажать, потому что таким образом, если ты сейчас не будешь давать, братанчик, вот просто не дашь мне рарочку, то это будет грустно скажется на тебе. Так, опять грустнявочка. Поехали дальше, пацаны. Поехали про... Ой-ой-ой-ой! Три рарки выпадает анкомонка. Ну, слушайте, Empire мы, походу, сегодня присвоим звание самого байтящего кейса, байтящего бокса. Опять баблкам пролетел! Есть! Рарка! Рарка! Но этот кейс, знаете, он как будто с самого начала, ребята, был прям идеальный. Идеальный, потому что там и арканы пролетали, МБ4-1 баблгам и все дела, короче. Ну, ребята, Димон есть, можно и поесть, как говорится, ребята. Мы поехали дальше. Вот так вот Empire уже берет себе хороший такой отрывчик. Пока что, ну, по факту он сейчас на первом месте, потому что он, и мы еще не открывали другие боксики. Но рарочка, ребята, честно говоря, рарочка из бокса, это тоже уже редкость, это то же самое, что выбить легендарку, наверное, такие же шансы. Хз, бро, но нам остается последний Empire бокс, и мы его открываем и смотрим. Братан, отрывайся по полной, ай-яй-яй,
Я так хочу легендарку. Я раза 4 в своей жизни всего лишь выбивал легендарку. И сегодня, видимо, не тот день. Ребят, ну вот такие вот 10 скинов мы получили. 5 комонок. 5... А, подождите. 5 комонок, 4 анкомонки, 1 рарка. Результат, честно говоря, неплохой. Я как профессионал, знаете, вот этих вот проверочек уже знаю, о чем я говорю. Поехали мы открывать фейбл боксик. Нам, пожалуйста, хотя бы Веном. Веном вообще самая дешевая аркана. Господи, ну что тебе жалко? Ну просто показать стендофером хоть раз уже, что, ну, реально мы можем. Мы можем просто взять, как боксики, плюнуть и все, и отдать нормально. Самурай там, пацаны, да. Как мне, у меня такое чувство, что мне сегодня аркана выпадет. Ну а пока что вообще не радует. Пока не радует, но очень хочется. Ну очень хочется. Ну, пожалуйста, один раз аркану. Я столько боксов открыл. Стой! Пожалуйста, блин! Брат, да как? Да как? Я надеялся, что Лего сейчас будет. Это было бы вообще идеально. Это было бы идеально. Ну давай, Фейбл, выигрывай. Сейчас у тебя звание самого старого кейса. Тебя убирать следующим будут из нашей игры. Братик, ты сейчас вообще некрасиво поступаешь. Фуриос, реально, вот Фуриос убрали, ребята. И Фуриос, опять, смотрите, просто в каждом кейсе, в каждом боксе, вернее, аркана пролетает. Опять, капец, давай, братик. А, Фуриос, когда убирали, ребята, я честно, и кейсы Фуриос давали. И в наших проверках, какой бокс самый лучший, Фуриос, блин, практически всегда занимал первое место. Фейбл чет вообще не радует, пацаны. Ну прям говно дает. Посмотрите, чисто одни анкомонки. Ой, чисто одни комонки, и вот одна анкомонка. Ну это ГГ. Это ГГ. Блин, ладно, окей, поехали. Следующий фейбл боксик. Пожалуйста, ну... Опа-па-па! Эпик в студию, ребята, на повышение пошли! Мы только... Мы открыли-то сколько? Мы открыли всего 17 боксов! 17 боксов нам уже и рарка, и эпик выпали! Опа, Фейбл просто себе забирает жестко сейчас очков в свою копилочку, ребята! Пофиг на эти даже комонки, которые он дает, ну блин! Слушайте, а Ярок с Rival Box выбил себе аркану. А что если мы... Сейчас, смотрите, на повышение, короче, идем. На повышение идем. Давайте я предлагаю тогда не Rival следующим открывать, а Скорпион. Скорпион открывать следующим. Там нам выпадет легендарочка. А, план, смекаете? Легендарочка выпадает в Скорпионе, короче. И в Rival'е нам выпадает, получается, этот. В Rival'е нам выпадает арканка. Все, поехали. Скорпион боксик. Ну, пока что, ребята, лидирует у нас Fable боксик, как самый старый на правах самого старого. Похоже, мне кажется, что сегодня у него прям все шансы забрать первое место из-за того, что он сейчас просто взял и выплюнул нам эпик. Это жестко, пацаны, это жестко. Фейбл меня удивил сейчас. Давай, просто две рарки и эпик, выпадает говно. Но хотя бы уже не как Фейбл, ребята, не обмен комонки. Давай, пацаны, запустим один раз. Я вообще в бусты не верю, но, конечно говоря, хотелось бы верить в то, что хотя бы какой-то шанс получше дроп ухватить они дают. Давай, братик. Ой-ой-ой, ну тут, короче, походу серия из анкомонок будет, да давай, дядечка! Ну, Акселбот, ну, пожалуйста, ну, подкрутите, вот вы смотрите мой ролик, подкрутите, пожалуйста, мне так, чтобы, чтобы мне выпало, это, как это, аркана хоть раз с бокса, аркана с бокса хочу, пожалуйста. Остается у нас, ребята, вот это уже пятый скорпион бокс, и они пока не радуют. Но, ребята, я скажу вам честно, как опытный проверяльщик, открывальщик и вот это все боксов, на самом-то деле, блин, в боксах такого дропа обычно нету. Вот, стой! Я имею в виду, что на лентах арканы прям постоянно не пролетают. И вот это вот заставляет верить в то, что реально можно выбить аркану. Да я Я лично видел, как ютуберы выбивали, братан. Ну надо было хотя бы легендарку дать. Легендарку-то мы выбивали уже сколько раз, братик. Ну что ты? Эпик дал, давай легендарку. Если это сейчас на отдаче, как бы, братик, ну давай. Ну да... Пацаны, ну это грустно. Это очень грустно, это невкусно. И я хочу себе аркану. Пожалуйста. Просто один раз. Ну, пожалуйста, один раз. Да на что я надеюсь? Камон. Ну ладно, сейчас, короче, пацаны, вот просто увидите, что райвелы просто всю ситуацию, я думаю, исправят. Я думаю, что райвелы всю ситуацию исправят, и все будет хорошо, что у нас. Давай, пожалуйста, ну давай. Ну мог хотя бы эпик поставить. Скорпионы, короче, вообще отвалились просто. Они наравне с эмпайрами. Но эмпайры хотя бы они байтили на арканы. Хотя бы реально пролетали арканы. Ну мы переходим к райвелам. Мой любимый кейс это райвел, ребята. Мой любимый бокс, наверное, тоже будет сейчас райвел, да? Потому что он мне сейчас же арканку первую из бокса даст, да, пацаны? Ну блин, пожалуйста. Просто поставь сейчас. Вот смотрите, пацаны, я бущу. Бущу сейчас Авигенезис, Дженезис. Вы сейчас ставите лайк. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. В комментариях пишите хэштег Генезис, выпади! И просто он выпадает, пацаны. Все. Но я надеюсь, что вы все это написали. Это все. Давай, пацаны.
две легендарки просто по бокам, пацаны. Если бы некромантер выпал, это было бы просто победа. Он 100 голды стоит. Он 100 голды стоит. Просто дай некромантер. Дай некромантер, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, брат. Бро. Ну можно же дать. Просто ты, братанчик, ты можешь так вырваться. Ты не представляешь. Ты просто себе не представляешь, братик. Ты просто... Ой-ой-ой-ой-ой, между эпиком. Ну, слушайте, он хорошо тоже идет. Он хорошо тоже идет на фейбл. Фейбл прям красава, прям я вообще удивлен. Фейбл меня сегодня просто поразил, пацаны. Обалдеть, эпик просто вылетел. Но кумир выбивал, ребята, с двух боксов подряд просто эпики. У него просто чисто два бокса вот так точили на расслабоне, короче. Открывает, ему чисто два эпика дропаются. И кумир такой, а, чё? И даже не порадовался. Я бы вообще, наверное, от счастья летал. Я бы вообще отчасти летал, потому что нифига себе, блин, с бокса получить такую штуку. Ну, это круто, по-моему. Ну давай, пацаны, ну давай. Пацаны, вы я не понимаю, вы что не написали хэштег Генезис в выпаде просто? Ну вот сейчас, блин, прям сейчас ставишь ролик на паузу, пишешь и смотрите просто. Просто проверяйте, пацаны. Да блин! Ничего не... Я пошутил, ничего не проверяйте. Кстати, скины классные, реально. Я уже, знаете, много раз говорил, не понимаю логику Axelbolt'а, почему классные скины стоят дешевле, чем дорогие. Ну, честно говоря, ну, блин, есть сотни тысяч голды стоит скин, но выглядит он ничем не лучше, чем скин из бокса какой-нибудь, который стоит 0.30 голды. Да пожалуйста, ну одну арканочку всего. Всего одну, больше мне не надо. Просто давай сделаем контент и все. Так, пацаны, ну слушайте, я не знаю, короче. Промежуточные итоги у нас Fable-то лидирует, ребята. Но я предлагаю сделать вот так. Мы купим сейчас еще по 5 боксиков в каждой коллекции. По 5 боксиков в каждой коллекции я закидываю еще галдишечки, соточку галдишечки. Сейчас перевожу ее в серебро, ребята. Перевожу в серебро. И мы с вами еще потихонечку начинаем покупать. Так, нам нужно 2000 серебра. Сейчас я, короче, докупаю, возвращаюсь к вам. Итак, парни, по 5 кейсов, 5 боксиков. Почему я боксы всегда кейсами называю? Ставьте лайк, если тоже боксы иногда путаете с кейсами. Короче, Scorpion Brooks и Empire Brooks. Давайте теперь, короче, в обратном порядке начинаем со скорпиончиков по 5 штучек. Давайте, пацаны, у вас, я даю вам второй шанс на то, чтобы показать все, что вы можете. Я вообще не знаю, люблю боксы открывать, капец. Вот, вроде как бы, типа, фигня падает, дешевая. У, две арканы прилетело, охренеть. Но, блин, хочется их открывать все больше и больше, тем более стоят они совсем недорого, и это серебро можно, типа, нафармить, просто играя, ну это круто. Так, ребята, короче, смотрите, потихонечку мы открываем. Напишите в комментариях, любите ли вы открывать боксы и сколько боксов за раз вообще вы открывали, ну, одновременно, типа, за один день. Стой! Да как? Тут и легендарка! Как? И легендарка, и две рарки, и ничего не выпало? Вы серьезно? Вы серьезно, пацаны? Что это такое? Да блин, пожалуйста, братанчик, давай мы будем дружить с тобой. Почему ты себя так ведешь? Я просто этого не понимаю, честно. Скорпионы вообще ничего не хотят. Ее писец, да, мне нравится. Висит такой в инвентаре красивый, ля. Давайте, ладно, Empire боксик, хорошо. Поехали. Открываем, пацаны, открываем Empire. У тебя есть шанс просто дать еще одну хотя бы рарочку. Это будет уже как минимум, ну, нормально. Если сейчас какой-нибудь боксик просто даст еще одну рарку, ты можешь проиграть, братанчик, потому что в Empire почему-то самые дешевые рарки. Хотя самые нормальные, по-моему, из всех коллекций. Ну хотя, блин, они все какие-то однотипные. Ну посмотрите, вот М4 Димон, М4 Кицуня и Они. Ну какие-то такие, типа, все темные, некрасивые. Тропик более-менее, но он какой-то все равно. Вроде цветастый, а вроде и тусклый. Фиг его знает. Вот смотри, посмотрите просто. А, не, нормальный, кстати. Хэзэ, бро, ну в игре он не так выглядит. Ладно, мы откроем следующий Empire боксик, пацаны. Empire боксик, давай, просто, пожалуйста, да господи. Господи, что вы, я не понимаю просто, какие проблемы просто один раз взять и поставить, короче, это какой-то ГГ просто, я не знаю. Рарку, стой! Ну, конечно, между двумя рарками, так, Empire, короче, ничего не показывает, ну, ребята, Rival удаем, и напоследок откроем бокс, который сейчас лидирует, Fable, который сможет реально, мне кажется, прям нафигачить, все, поехали, ребята, поехали, давай, пожалуйста, ну, блин, почему Ероксу выпал имбис, а мне не выпал, я тоже хочу имбис, ну, я хочу генезис, ну, или хотя бы некромансер, он стоит примерно как, блин, бист.
Ну, пожалуйста, хотя бы Легу просто. Даже не надо Аркану. Давай, легендарку, будет норм. Будет контент, пацаны, будет контент. Поехали, 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 поехали. Стой! Ну, пожалуйста, ну как? Я думал, просто варим. Это же было бы просто победа, Райвел. Ты просто не понимаешь, что ты сейчас... Ты теряешь свой шанс, братан. У тебя осталось 2 шанса всего. Больше я вас докупать не буду. Просто и легендарки, и эпики. И Арканы, блин, на лентах пролетают. Но все равно максимально, что мы сегодня выбили, это эпик. Ну, по-моему, это круто. За такое уже надо поставить лайк. Стоп, рарочка еще. Рарочка, парам-парам-пам. А вот это уже конкуренция для Empire Box. Empire Box, ну, ребята, неплохо. Я считаю, что неплохо, все равно дропчик какой-то есть. Неплохо, рарочки. Поехали, бро. Давай, Фейбл, покажи просто, покажи всю свою мощь, брат, давай. Я знаю, что ты можешь сейчас еще воткнуть просто легендарку. И это будет имба просто, имба лютая. Так, а я не помню, сколько... Я, короче, выбивал из боксов некромантер SM10-14. Напишите в комментариях. Да Фейбл, да хорош, брат! Просто что он вытворяет, ребята? Ну, я, кажется, знаю, какой бокс уже выиграл. Напишите в комментариях еще, как думаете, ребята. В общем-то, Фейбл огромный молодец. Ребята, смотрите ролик до конца, потому что сейчас мы закончим. Я математическими расчетами вот этими замечательными головушкой своей посчитаю, сколько мне каждый кейс дал, каждый бокс, вернее, и покажу вам, и, собственно, составим топчик, который вам нужно будет открыть. Какой бокс лучше? Давай еще один эпик, и будет вообще имба. Все, пацаны, ну короче, я пошел производить математические расчеты. Сегодня, в принципе, боксы неплохо так накидали. Посмотрите, типа 3 рарки, 1 эпик, анкомоночки. Короче, мы идем считать и возвращаемся к вам. Итак, ребята, я, в общем-то, провел вот эти вот сложные математические расчеты и выяснил, что 4-е нифига не почетное место у нас занимает Скорпион боксик, ребята. Он у нас почему-то всегда, блин, на последнем месте. Наверное, реально самый худший, потому что кейс Скорпион тоже не очень. Даже если ты там выбиваешь Аркану, что очень тяжело. Реально, Скорпион кейс, наверное, самый недающий кейс, потому что я никогда с него не могу выбить ни нож, ни Арканку. Они вообще дешевые. Нож Скорпион стоит 600 голды, блин, из бокса. Такая же фигня. Скорпион, короче, отлетает у нас, ребята. Какашечка, блин, такая. Ну, ничего страшного, ребят. 1,16 голды на приносит Скорпион боксик и занимает 4-е место. Ребята, ну а на 3-м почетном месте, ребята, с небольшим отрывом от 2-го у нас Rival боксик. Он нам принес 1,4 голды. 1,4. Итак, ребята, 3-е почетное место у Райвала. Дальше у нас идет, ребята, с отрывом всего в 0,02, ребята. 1,42 нам приносит Empire боксик, ребята. И первое почетное место. Блин, у нас уже сложилась вот эта вот традиция замечательная, что самые старые боксы, ребята, у нас самые дающие. И в итоге, оказывается, Fable бокс дал нам аж 3,79 голды. И это уж точно жесткий отрыв. И это уж точно первое почетное место. Поэтому я предлагаю вам открывать Fable боксики, если вы хопите голду. На данный момент он является лучшим. Но, ребята, не забывайте о том, что это дело случая. Если вам не повезет, я не при делах, если что. Все, ребят, надеюсь, вам этот ролик понравился. Надеюсь, он был вам полезным. Боксы — это классно, боксы — это круто. И донатить не надо, блин, можно просто открывать их, играя в игру замечательную нашу. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Микрофон, как обычно, был Раши, ребят. Спасибо за ваши лайки, за подписки. Блин, сейчас идем уверенно к отметке в 800 косарей. Спасибо вам за 750 тысяч. Вот так вот просто мы, блин, моментально их добили. Спасибо огромное. Все, идем к отметке 800 тысяч. Надеюсь, совсем это скоро будет. Прямо сейчас тыкай на этот ролик. Он получился очень классный. Я над ним очень старался, братанчик, но ты его еще почему-то не посмотрел. Быстро иди и смотри, братанчик. Лайк там тоже не поставь, не забудь. И комментарий написать хороший. Все, всем пока!